Накануне футбольный клуб «Шахтер» стал двукратным чемпионом Казахстана по футболу. По этому случаю для лучших футболистов страны карагандинцы устроили чествование и праздничный концерт. В связи с этим в 4 часам дня перекрыли движение на проспекте Бухаржирау. В это время для чемпионов устроили парадную фотосессию, а болельщики для них организовали живой коридор. Праздничный концерт для лучших футболистов страны прошел во Дворце культуры Горняков. Поздравить любимую футбольную команду «Шахтер» пришли многочисленные болельщики, юные спортсмены, представители спортивной общественности, ветераны труда. Выразил свои поздравления и глава региона. Уважаемые друзья, сегодня у всех любителей футбола, у всех карагандинцев большой спортивный праздник. Наша любимая команда «Шахтер» уже второй раз подряд стала чемпионом страны. Это, безусловно, выдающееся достижение, и это закономерный итог той большой работы, которая была проделана в предыдущих годах, в том числе и в нынешнем сезоне. Также глава области отметил, «Шахтер» стал пятой по счету казахстанской командой, которой удалось выиграть республиканский чемпионат два раза подряд. Для «Шахтера» подобного успеха добивался Семипалатинский «Елимай», Павлодарский «Иртыш», столичный «Женес» и «Актобе». Президент футбольного клуба «Шахтер» Ерден Халилин считает, что его команда достойно представит страну на международной арене на Лиге чемпионов. Если говорить о прошлом годе, конечно, мы проиграли команде из Чехии, команда в мировом футболе стоит на 8-м месте, но тем не менее футболисты «Шахтера» и мы, руководство, брали для себя, я думаю, положительные. Мы над ошибками будем учиться и, думаю, в этом году исправим все ошибки и мы дальше пройдем. Полузащитник футбольной команды «Шахтер» Гедиминас Вьючес отмечает, что данный сезон для него выдался удачным. И залогом победы команды считает, что в составе футбольного клуба играли сильные игроки. Костяк команды остался таким же, как и в прошлом. Почти все игроки остались, как и кто был в прошлом году. Весь почти основной состав остался. И я думаю, это потому нам и удалось стать чемпионом. Надеюсь, и в следующем году станем, если все хорошо будет. В ходе мероприятия Абильгазы Кусаинов и вице-президент Федерации футбола Казахстана Сейльда Байшаков вручил чемпионам почетные грамоты Федерации футбола и золотые медали. Кроме того, глава области вручил команде победителей самый главный подарок – сертификат на сумму 15 миллионов тенге. Нурила Туржан, Ужас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский.